Чим харчуватися взимку, якщо ти сироїд? Для тих, хто обрав для себе здорове харчування або тільки розмірковує, як почати їсти із користю, відбудеться другий фестиваль для сироїдів. Максим та Ірина Шишкіни сьогодні в нашій студії. Вони організатори цього смачного дійства, тож і за подробицями звертаємося до них. Добрий вечір, ребята. Здравствуйте. Добрый вечер. Наверное, первый вопрос. Когда состоится фестиваль? Второй уже, да? Насколько я правильно понимаю, чтобы пригласить наших телезрителей? Фестиваль состоится 1 декабря, в 10:00 начало будет, закончится он в 18:00, вот, будет он на улице Красная площадь 3/1, это арт-центр квартира. Вот второй, третий этаж, вот на этих этажах будет фестиваль. Ну вот вы сказали о том, что второй фестиваль. Как прошел первый? Чем запомнился первый фестиваль? Ну, первый прошел очень активно, вот, на наше удивление, потому что были мы до этого на киевских фестивалях, на донецких. И было очень много людей, которые не являются сыроедами, которые просто вот интересуются этим способом ожидания, которые просто интересуются своим здоровьем, которым вот важна эта тема. Вот это было для нас очень важным показателем того, что фестиваль прошел очень качественно. Ира, есть ли какая-то статистика, сколько в Днепропетровском регионе сыроедов и пополняются ли эти ряды из года в год? Ну, статистику я не знаю, но знаю о том, что сыроеды, их становится очень много, или, может быть, я с ними начинаю знакомиться больше, скажем так, но очень много. Очень много. Ну, я вижу, неспроста у нас появилась большая тарелка, там очень много каких-то вкусных вещей. Давайте поговорим более детально, что там и вообще, что зимой следует есть сыроедам. Ну, сыроедение... Можете поднять немного тарелку, да, и наши операторы как раз покажут. Сыроедение, конечно, для тех людей, которые хотят такой способ питания для себя, переходить в зиму на сыроедение, ну, очень сложно. И, ну, может быть, очень сложно, это такие вот тоже слова, может, неподходящие, но тяжело. Потому ну, фруктов что... и овощей действительно становится меньше. Ну да, весной и летом это обилие этих продуктов, и все запросто. Даже можно на одних фруктах вот лето проводить. А зимой уже этого становится меньше. Вот, все импортное, все, ну, уже не то качество. Вот, поэтому тут возникает множество вопросов, и большинство людей, которые вот интересуются сыроедением и переходят, зимой, то они сталкиваются с этими проблемами, и многие из них, ну, так называют, срываются и уже больше, ну, не хотят возвращаться к этой теме. Скажите, вот цель фестиваля, рассказать в первую очередь, чем нужно питаться сыроедом, или в принципе рассказать всем людям, чем стоит питаться человеку для того, чтобы жить долго, счастливо и быть здоровым? Ну, расскажите. Ну, вот основная цель фестиваля, вот глобальная цель фестиваля, это, естественно, повысить уровень качества здоровья каждого человека, чтобы он, увидев, побывав у нас на фестивале, он понял, какие вообще бывают продукты полезные, какие, в каком виде можно их употреблять и почему именно в таком виде. Это как глобальная цель. Вот. А уже такая цель более, наверное, с профессиональной точки, это, конечно же, дать ответы, чем именно питаться зимой. Вот, в рамках... Ну, давайте, наверное, вкратце, вот назовем там 10 основных позиций. Чем надо питаться зимой сыроеду? Ну, вот у вас на тарелке, что у вас находится? Давайте. Кроме морковки и капусты, как все думают. То, что принесли мы сегодня, это хлебцы. Их можно кушать вместо хлеба. Сладости. Так, здесь шоколад, печенье и пахлава. Это такой самый минимальный, то, что можно приготовить дома, своими руками, своими силами. Это, ну, минимальная часть того, что можно кушать. И давайте еще раз напомним нашим телезрителям, когда состоится ваш фестиваль и где. 1 декабря, суббота, в 10:00. Улица Красная площадь, 3/1, арт-центр квартира. Я благодарю вас, что оказались в нашей студии. И давайте, наверное, встретимся уже после фестиваля, пообщаемся и расскажите, сколько у нас в Днепропетровске появилось новых сыроедов. Спасибо. Спасибо. Другий фестиваль здорового харчування для сыроедов та зацікавлених у здоровому харчуванні відбудеться у Днепропетровську. Про нього нам розповідали гості 9 каналу Максим та Ірина Шишкіни. А у нас ще є новини, і далі буде про таке.